Я все. Я не могу. Крокодил не смог, короче. Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Антон. Вы находитесь на канале Крокодил Плей. И значит, игру мы прошли, но у нас остался еще плеймод. И тут вот две разные такие финтифлюшки и две карты у нас остались. Вот это вот и вот это вот. Вот поехали, короче, страдать. Вспоминаю вчерашнюю серию, сегодня точно будет страдание. Нервишки я уже подлечил. Поэтому можно смело идти вперед. Вы еще и на меня будете смотреть, да? Так, в этом уровне похоже... Как налево? Куда налево? Ты издеваешься? Да ты чё? Это интересно будет. Слушай, прикольно, прикольно, прикольно. Так, а как нам вдаль-то в самую-то вдаль пройти? Подожди, стоим. А куда налево-то вот он показывает, я что-то не пойму. Ух ты, там сколько чекпоинтов. А зачем столько много? Так, то есть нужно с края, да, на тебя переходить? Интересно. Так, а теперь нужно... Опа! А если с этой стороны? А там тоже у нас чернота, да? То есть только через край. Ну ладно. А, вон там он есть. Отверстие. Так. А дальше где? 38 ротейшн. Так, нет. Не с этой стороны. Подожди, а в той мы стороне уже были же снизу, да? Снизу у нас ничего не получилось. Ну где музыка-то моя любимая? А, нет, вот есть пространство. Ай-яй-яй, перебор. Так, значит, сейчас вот сюда. Потом налево, потом направо. Интересно, так даже не зажимают до конца. Я думал, что все тут. Хана. А нет. Встань. Молодец. Красавчик. Так, теперь нет, не в эту сторону. Вот в эту сторону теперь. По одной. Не будем спешить. Так, вот там все чекпоинты, да? Эй-ей-ей-ей. О, поймала, прикольно. Так, ладно, чекпоинты-то я вижу. А выход-то где? Чё ты нас не поймал? Какая ты плохая. Ну ладно, сегодня я спокоен. Я спокоен, сегодня я всё пройду. Довольно быстро. Так, в эту сторону, да? Да, в эту сторону. А можно, наверное, сразу по две пролетать? Рано.
Нормально. Хорош. Ну давай, выпрыгивай. Ну-ка, давай по две. Да, можно по две сразу полетать. Так, значит, сюда. Пошли вот туда вот. Вот на этот остров. Или даже на следующий. Ага. Куда нужно-то? Погодь, дай разобраться-то. Да ты чё ты? Дай понять-то. Куда надо-то? Обратно вернуться, что ли, или чё? Ну давай вернемся обратно. Чё-то я не понял. Чё-то я не понял. Стоямба. Не, ну похоже, нужно обратно вернуться. Судя по всему, как бы, что там аж 4 типа нам показывают, что нужно в другую сторону. Ну ты чё? Ну-ка, с той стороны у нас получится это проскочить? Или не получится? Наверное, не получится. Да, не получилось. Ну ладно. Пошли по проверенному пути. Оп. Не туда. Так, раз, два. Давай. Раз, два. Главное, чтобы нас еще между них не зажало. А такое, я так понял, тоже может быть. Так, следующий. Так, а тут где? А тут с другой стороны, понял. Это значит, нам обратно показывают. Но сверху там больше ничего нет. Больше нигде ничего нет. Не туда. В смысле, ты нам показываешь наверх? Не понял я. Press backspace to reset. Ну давай, резетнем. 45 rotation. А, что, нужно на каждой побывать, что ли? Подожди, ну давай 38, 37. Ну давай, я просто буду так переворачивать. Раз счетчик идет, так хорошо. Может быть, и нужно только попереворачивать это все дело. Так тогда вообще можно на месте просто стоять и прыгать. Осталось три. Две, одна. Ноль. И мы лопнули. Значит, нужно переворачивать как можно меньше. Хорошо. Как можно меньше. А, наверное, нужно через все чекпоинты пройти за это время успеть или как?
Не совсем мне понятно это пока что. Давай попробуем через все чекпоинты проскочить. За 45 переворотов, значит, нужно это успеть, иначе мы просто лопаемся. Подожди, а как? Ты же от меня убегаешь, козёль. Сорок три. Не, ну судя по всему, да, нужно пройти через все чекпоинты за вот эти вот определенное количество переворотов. В предыдущий раз получилось. Ладно, давай еще разок. Вот, получилось. Так, раз, два, а давай через три. Зажало. Окей, хорошо. Хотя бы стало понятно, что нужно делать. Ну, как бы, я думаю, что стало понятно. Промазал. Я предполагаю, что стало понятно. Возможно, что нифига не стало, понятно? А может быть и стало. Да почему ты то попадаешь, то не попадаешь? Неужели я такой рукокривой человек? Криворукий, рукопоп. Рукопоп и криворук, блин. Так, хорошо, вот до сюда мы долетаем нормально. Так, тут придется через одну. Или нет? Лишнее сделал. Еще лишнее сделал. Запутался не в ту сторону. Сделал лишних, да? 30. Но 30 пока это нормально. 30 это неплохо. Теперь главное понять, как тут зачекпоиниться. Ну почему ты? Ну почему ты разбился? Так, раз, два, нормально. Так, туда, раз, два, три, сюда. Через три, в принципе, можно не прыгать, потому что на четвертый мы точно разобьемся. А самое идеальное это через две. На кол, на кол. Послать, посадить. Посла посадить на кол. Давай через две. Ать, два. Нормалды. Ать, два. Хорошо. Пошла туса джуса. Раз, два. Рано, блин. Ладно, раз, два, три. Отлично. Опять 30, смотри. Как говорится, стабильность. Залог мастерства, да, или что там, как? Ну-ка, 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 ну-ка. Так, раз, два, три, четыре. Раз, два. Так, зачекали этот. А, еще бегать можно между ними, да? Нет, что, реально нужно вернуться, что ли, обратно на базу? Так мы же пробовали. А, у нас тогда это все. Мы же тогда погибли. Так, раз, два. Раз, два. Оп. Раз, два, три. Три. Раз, два, три. Опять перебор. Прыгай, 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 прыгай. А ты тут не прыгаешь, ты просто в воздухе появляешься. Попал. Раз, два. Попал. Раз, два. Мало. Отлично. Раз, два. Хорошо.
Да блин, промазал. Тут через две сразу можно было перепрыгнуть. Опа, стоять! Вот вообще не то сделал. Вообще не то сделал. Вообще так делать не надо было. Смотри, попали. Прикольно. Так. Раз, два, три. Опа. Опа-попа, блин. Вот, стоямба, опять не туда. Отлично. Так, 8. А мы уже не успеваем. Разбились. 6. А в принципе-то нормально, смотри, успевали мы там, все нормально успевали. Ну вот помешался ты, а, какашуля. 20. Так, в эту сторону. Раз, два, три. И раз, два. Раз, два, три. О! Вот так вот я и хотел с самого начала. Так, перевернулись. Это было лишним. Не разбились. Так, 6 осталось. Ну, то есть, если я все верно понимаю, то мы сейчас дошли, прошли. Мы вернулись туда, откуда мы начали. Нет. В чем проблема? Что сделать-то надо? Давай перевернем, лопай. С самого начала опять? Ну пошли. Может быть, дойдем с меньшим количеством. Ну, конечно, конечно, с меньшим количеством. Угу. Так, 43 у нас. Здесь в любом случае будет 43. Подожди, а почему ты показываешь нам обратно? Не понимаю. Далеко? Нет, нормально. Раз, два, три. Говорил же, через три не прыгать. Зачем ты делаешь это? Зачем ты прыгаешь через три? Что-то как-то это скучненько все получается так вот делать-то это. Угу. Еще музыки любимой нет. Через две давай. Раз, два. Хорошо. Раз, два. Хорошо. Тридцать две. Вообще не туда. Интересно, если через всю карту и ровно между них попадать, разобьешься или нет? Ну-ка, давай попробуем. Не туда, туда. Не туда, летим. Не разбились. То есть можно пролетать через всю карту. Но толка-то от этого как бы не прибавится. Или прибавится. Прибавится, потому что мы на одно движение лишнее будем делать меньше. 36. Мы прошли перебор. Ну-ка, давай попробуем. Нет, разбивается, все равно разбивается. Или слишком далеко сделали? Не понимаю. Ну-ка, давай так. Так, 41. Разбились. Так, ну хорошо, здесь мы, по-моему, уже сокращаем на парочку, да или нет? Раз, два. Раз, два. 37, да, там что-то на один
на 1-2 сокращается. Да ничего не сокращается. Сейчас так же само там дойдем до этого чекпоинта. Нет, 25 теперь сохранили. А было 22. Так, не, ну а что делать-то надо? А, вот туда вот надо, все. Все, понял, вон туда, наверх. Они просто здесь все ворочаются. Вот оно чё, вот я слоупок. Подожди, а все равно нужно. То есть до финиша там нужно дойти и как можно меньше сделать переворотов. Давай на краешек. Перевернулись. Отлично. Ничего себе там. И как, отсюда что ли? Зацепили. Так, ладно, здесь поняли, что здесь можно с края переверячивать. Давай перевернулись. Так, как тут мир-то перевернуть? Примерно так, наверное. Еще дальше уходить. Окей. Промазал. Разбился. Не разбился, хорошо. Ага, значит еще на вот сюда вот что ли уходить или что? Нужно прыгать и вертеться. Далеко. Далеко, то есть надо совсем с краешка. Промазал. Так. Не нажал. Где музыка? Без музыки вообще что-то не то. Где эта великолепная музыка? Музяка. Попал, но я не хочу, это было слишком много. Я не хочу чекпоинт задевать. Блин. Вообще не классно. Погодь, дай я тебя пойму-то, как ты это делаешь. Пойму я, как ты это делаешь. Направо нельзя. Переворачиваться нельзя, значит только налево. А здесь опять так нельзя, так нельзя. Понял. Переворачиваю. Опять нельзя. Ну, одну часть я прошел, ладно. Да у меня там ходов по-любому уже не хватит. Блин. Это как надо это пройти-то?
Влево. Запоминаем комбинацию, значит, лево. Лево, лево. Прыгаем влево. Залазим сюда. Влево. Вправо нельзя. Так, влево. Влево, влево. Влево. Вправо. Вот это жесть. И еще один у нас уровень. Короче, похоже, нужно вокруг бежать. И потом резко на бамбук, чтобы скорость была просто колоссальная. Высота, точнее. Да почему ты не прыгаешь-то, а? Как? Субтитры сделал DimaTorzok.
Да почему? Да беги, твою мать! Короче, ребят, эпилоги — это просто жесть. Все наши все приключения — это спидран. Это именно на скорость, то есть определенная скорость дана. Здесь дано определенный лимит на перевороты. И здесь у нас даны жизни. Во всем эпилоге всего 4 карты. Соответственно, 2 мы прошли с вами. И эти 2 я уже пройти не могу никак. Просто этот эпилог испортил просто тупо все впечатление от игры. Игра была классная, реально классная, но эпилог меня просто вымораживает. Это ужасно. Это ужасно, я не понимаю, зачем было так делать. Настолько вот это вот все, вот это вот... Ну, это просто ужас. Что ж, обязательно в игру поиграйте, но не суйтесь в эпилог, не портите свои нервы. Не надо, оно того не стоит. А теперь, что ж... Спасибо за просмотр большое. Ставьте лайки, пишите комментарии, как обычно. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. Ну и увидимся в следующей игре. Пока-пока.